20 лет правления одного человека, 20 лет правления одной партии – это развал сельского хозяйства, это упадок производства, это развал здравоохранения. Самое страшное – это обнуление президентского срока, что за собой влечет узурпация власти. Путин сказал: пока я президент, пенсионный возраст поднимать не буду, конституцию менять под себя не буду. Все это ложь, ложь, ложь. Такому человеку я не могу доверять будущее своей страны. Я за такую страну, где есть достойное образование. Я считаю, что власть должна быть сменяемой. Мы живем в богатейшем государстве, где добывают газ, нефть, золото, алмазы, но при этом 20% населения живет за чертой бедности. Достижения нынешней власти за последние 20 лет. Развал медицины и образования. Тотальная коррупция. Нищета в большей части населения. Теперь власть хочет продолжения. Мне не безразлична судьба будущих поколений. Я за сменяемость власти. Я за правовое государство, качественное образование и бесплатную медицину. Я за такую страну, где не будут попираться свободы простых граждан и будут уважать человека труда. Я хочу, чтобы мои дети росли в социально справедливом государстве, с бесплатной медициной, образованием и спортом. Это голосование не по поправкам в Конституцию. Это голосование о доверии нынешнему президенту и правительству. Нет. 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 Мы говорим нет.